Дорогие друзья, Андрей Малахов, известный российский телеведущий, сообщил нам эту печальную новость. А перед началом просмотра видео подписывайтесь на наш канал и смотрите наши новости каждое утро. Этой ночью всем известный российский киноактер Петр Баранчеев вышел в круглосуточную аптеку за лекарствами, так как его сильно разболелась голова. В итоге домой он так и не вернулся, он оказался в больнице. Возле аптеки на него набросилось несколько подростков, которые отобрали у него деньги и мобильный телефон. Прохожие вызвали скорую помощь и наряд полиции. Сейчас сотрудники полиции занимаются поисками данных лиц. Также есть съемки камер видеонаблюдения. Сам же актер находится в больнице с серьезными травмами. Родственники актера Петра Баранчеева шокированы данным происшествием. Пытаются как можно быстрее поговорить с актером. На данный момент это пока невозможно. Мы занимаемся расследованием данного дела, друзья. Будем надеяться, что у нас получится поговорить с врачами и узнать, как себя чувствует наш актер. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, друзья.